Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Россию. В первую очередь, конечно, это прохождение знакомства с новым патчем, но оно подзатянулось, я думаю, уже зрители забыли, что патч вышел, а я все прохожу. У нас тут есть несколько проблем, основная это то, что у нас затапливает планету, повышается уровень Мирового океана, а у меня дамбы или плотины, я все время забываю, плотины не построили. И мне в комментариях один из спонсоров очень правильно подсказал, я об этом постоянно забываю, но плотины можно ускорять с помощью военных инженеров. Поэтому, во-первых, вот у нас один военный инженер, я начну в Питере строить плотину. Тоже. И надо мне... Денег у меня дофига. Давайте глянем по прибылям городов, где у меня есть военные лагеря и где я могу военных инженеров еще прикупать. Потому что мне явно их надо больше. Вот в Джабалпуре, в Агре. Все, в Джабалпуре и Агре. Значит, мне надо двух военных инженеров в любом случае... покупать. Кстати, натурально... Нет, пожалуй, не буду. Вообще... Нет, не буду. Так, военный инженер. 285 всего лишь стоит. Так, в Агре надо будет купить, правда, еще военную академию. А хотя... Он и так покупал. Может, все-таки купить военную академию? Запас стратегических ресурсов плюс 5 будет. Плюс 4 производства. Давайте куплю и военного инженера здесь. Так. Ремонтируем. Вообще, я бы тут, честно говоря, дамбу поставил. Только странно, что нету... А почему нету подходящего места? Подождите. Вот же вроде подходящее место для дамбы. Разве нет? Речная пойма, равнинная. Для дамбы у нас требуется как раз речная пойма. Типа считается, что затоплено пока. Не, серьезно, странно, почему здесь... Так, один заряд. Я бы, наверное, все-таки селитру сюда пошел добыть. Следующим ходом увидим, где нефть. Дальше. Следующая проблема – это то, что у нас улетает по науке очень сильно инк. Со всеми остальными я нормально по науке иду. Еще я очень круто и по культуре иду. Ну вот, там, например, с тем же Александром Македонским мы примерно наравне, да? Но инк – это какое-то что-то несусветное. 352 науки, никто рядом, никого рядом нету. Но с ним воюет Франция. И, кстати, вот еще такая вкладка есть, как «Слухи». Тоже можно пользоваться. Вот выбираем чисто по Чакутыка. Выбираем... Ну, пускай все будет. И вот мы видим, что у него постоянно Китукары в осаде. То есть этот город, мне кажется, Франция там берет потихоньку. Еще он в плохих отношениях с Римом, Македонией и ацтеками. Но я, к сожалению, не могу их упросить. Ну, точнее, Рим я не буду упросить, потому что он просто далеко находится. А вот... Александра Македонского и ацтеков я бы хотел упросить напасть, но не могу, потому что в плохих отношениях. Поэтому пока вот так. Так, 200 науки за каждую клетку с тропическим лесом. Так себе, конечно, в нашей ситуации ученый. Ну, пойдем сюда во Францию, заодно исследуем территорию. Так, здесь я встану и... Попробуйте на юг. И она все равно отвалится по лояльности. Мне тоже правильно написали, что можно ее захватить и просто сжечь. Так, тут у нас кирасиры ожидают появления каких-нибудь варваров еще. А, да, только чем мне идти на юг захватывать? Это у меня каперы ее обстреливать будут. А захватывать чем?
Дюми каравеллы какие, что ли? Каперы, вот броненосец. Броненосец далековато. Он тут типа стоит, ждет, когда растает лед. Между нами тает лед. И броненосец тогда пройдет. Блин, ну... Наверное, надо бы какой-то юнит купить, что ли, в Архангельске. Потом, не сейчас хотя бы, надо дождаться, когда тебе на юка. Так, сфабрикуем скандал в Валетте. Я, тем не менее, хочу Валетту засоюзить, потому что покупка в центре городов за веру – это хорошая штука. В любом случае. Ой. Не понял, я случайно... Распространил веру, что ли? А, ну тогда ладно, не в Тулузе нормально. Мы с Францией вообще должны быть ружочки-пирожочки навсегда, потому что она еще в мою веру перейдет. Видите, только претензии, разные правительства нас. Ну, всего остального, если дружба, я силен в шпионаже, доволен, что у нас нет чудес. Я вот недоволен, что у меня нет чудес. И скоро еще добавится плюс к тому, что у нас одна вера. Так, армия пушек стоит на месте. Будем. Диверсии на производстве. Выполнение заданий. Ну, не знаю, мне написали в комментариях, почему я техи не ворую. Ну, 74%. Пока все-таки деньги. Тут мне, блин, апостол уничтожает. Здесь мы просто собираем этих крабов. Тут я сейчас буду постоянно покупать военных инженеров. К сожалению, я их не могу быстро перебрасывать. Сейчас заодно посмотрим, сколько этот инженер. Но в Новгороде я успею. Вот для этого района, видите. Такой правитель, как я, позорю народ. А ты, а такой, как ты, не позорит, да? Какой-то качок мускулистый. Блин, слово забыл. Загоретый. Загоревший. С загаром. И еще, кстати, мы не нашли... Еще двоих не нашли, еще две цивилизации не нашли. Ну, они где-то тут прячутся, я уже говорил об этом. Так, в эпоху атома вышли. Ну, надеюсь, нефть у нас есть. Культурный туризм, кораблекрушение. А, это я ради послов туда выходил. Да, отлично, уже сразу нефть добывается, значит, мы сможем апнуть бомбарды. Слава богу. Ну отлично, у нас везде источники нефти. Вот один только не под районом, а так обрабатывает. Давайте теперь смотреть, насколько ускоряет инженер. Блин, на два хода всего лишь. Ну, печально. Аманим в Валетту едет. Это будет два посла, так?
Сейчас надо первый посол еще использовать эту карточку. Здесь надо принудительную модернизацию уже ставить. Следующим ходом я буду апать. И можно начинать нападать на через ход на индуса. Дополнительная культура. Вот это давайте пока поменяем на... Или вот это. Не надо оставить производство, там же тоже... Так, первый посол. Ну. Шесть. Шесть. Когда прибудет Алейнора, будет 8. Где мне еще одного посла найти, а? А, и тут добьется. Тут идет плюс 11 вход. Через 3 хода, отлично. И Амани прилетает в Валетту через 3 хода. Все, через 3 хода я смогу покупать, получается. Еще и формальный повод за расширение Чандрагупти я могу объявить. Отлично. Что я могу сказать? Все не так плохо. Оказывается. Так, может тогда пока тут не строить морскую плотину, я их просто буду за веру покупать. Надо веру копить, получается. Строится в речной пойме для защиты равнины. Речная пойма, равнинная. Почему она здесь не строится? Поясните мне этот момент. Река есть, Годовари. А, я могу предположить, Шипра, Годовари, что на этой Годовари уже где-то построено. Да нет, я не вижу. Очень странно. Мне непонятно, почему здесь не строится. Ангельский недостаточно жилья. Дальше идем в холодную войну. Да, здесь стали варенье открываем. Чтобы Индию дозахватить. Военное ведомство. 20 очков здоровья восстанавливают. Ну, тут национальный музей надо, у нас тут лишних вон и музыкантов дофига, и вообще центр вещания можно купить, просто купить за деньги. Более дальнюю связь еще прокачали. Так, ну ждем, пока этот, когда этот город отвалится. Надо будет его захватить и уничтожить. Так, в Тулузе. Распространяем православие. И в Ла-Рошель тоже надо дойти. Блин, все равно в минус идет пока. Как я вижу.
Так, тут ждем открытия арты. И сколько у нас? 3 хода, да? 3 хода, ну, все равно надо вести инженеров. Зря я там тратил веру на этих миссионеров, честно говоря. Я не ставлю... Я просто забуду про этот броненосец, я его поставлю на сон. Я хочу каждый ход проверять, когда там растает территория. Так, а что тут я куплю? Гавань, центр коммерции. Тут надо будет ремонтировать. Ну, давайте... Давайте гавань... Ангельский морской порт. Давайте монумент. Блин, наверное, дорого будут эти плотины все равно за веру стоить, да? Что у нас есть еще на... Ну да, я сейчас поменял демократию. Мне не надо юниты покупать за веру. Ну это я к тому, что теократия... Дешевле давала покупки за веру. Блин, может мне опять вернуться. Ну, анархия начнется. Почему я дешевле тогда здесь? Ну, 15%. Ладно, это не так много. Так, что мне еще поставить, чтобы веры больше было? У меня, по-моему, на веру все стоит. А, бонусы соседства для священного места, блин. Ай, надо все-таки это открыть. Ну, поставить эту. Ну что, давайте коммунизм тогда откроем. 2 хода. Ну, мне надо поставить ту карточку на плюс 100%. А здесь, собственно, поменять первого посла тогда. Ну как было нарушено отвести войска? Это типа вот считается, вот тут я вокруг тяна... Вот это... Такой бред, вот это вот обещание. То есть я его нарушил, потому что у меня вот войска вокруг Тинаюки стоят. Вот это я прям рядом с Персидской империей. Серьезно, да он, кстати, сейчас отвалится, Тинаюка. Еще и шпиона можно... Нанять будет. За этим ходом она отвалится или следующим? Следующим, значит. Мапуче лабораторию. Так, давайте смотреть слухи про инка. Торгует, торгует, торгует. Ну это давно была осада, видите? Сейчас уже 134 год, значит, ход. Значит, все-таки там не берется. А что у нас с войной с Голландией? Может уже мир заключить? 6 ходов, 6 денег в ход. Кофе, янтарь, нефрит. Что у нее там по ресурсам?
Кофе, янтарь, нефрит. Нефрит нету у Голландии. Кофе у меня нету. Янтарь у меня есть. Так. Ну, если, в принципе, она согласится еще вот с такой торговлей. О, даже она готова мне заплатить. Отлично. Тогда так оставим. Да, заключаем мир, мне нет смысла воевать. Так, а что у индуса? У него никаких союзов нету. Так, и у меня войн тоже больше никаких нету. Надеюсь, спадет усталость от войны. Так, здесь купим еще центр вещания. Ух ты, Японию встретил. Ой, Японию. Польшу встретил. Значит, последняя цивилизация осталась какая-то. Вон где Польша. Ну, это как я и говорил. Где она находится. А сильно вообще тут у меня. Плюс 11, плюс 17, плюс 7. Да, тут, конечно, надо вот эти мелкие все-таки тоже обращать, получается. Харальд сурово объявил войну Мапуче. Ну да, они в соседях. Так, дефицит энергии. Ну, хоть в Новгороде уже построили. Так, значит, тут ремонтируем. Девять, десять, семь, три хода. Я не везде смогу купить. Но надо покупать там, где дольше всего строится, конечно же. Те плотины. Ну, кстати, аквапарк. Я здесь, правда, где-то хотел аквапарк строить. Почему бы в Архангельске аквапарк и не построить? Потому что у меня на земле мало тут каких... Ой, строитель. Ремонт. Здесь мастерская, фабрика. Слушайте, может тут угольную еще поставить, купить точнее. Кстати, еще классовая борьба. А вообще, у меня уже стоит карточка на снижение стоимости. Давайте, наверное, тут еще тоже угольную купим. Да, мне там уже Пингала вернется в строй один ход. А Амани когда приедет? Два хода. Ну, в общем, два хода у меня до Валетты, в принципе. Так, три. Сюда долго будет. Надо в Питере быстрее построить тогда. Рыба. На производство, Питер на производство, Новгород на рост, Тула тоже можно на рост ставить, тут на производство. Я так
все подключал, типа прям аж так сильно производство надо. Так, сделаем. Блин, подождите, надо было еще купить военных инженеров, наверное. Чувак, я с тобой ресурсами торговать не буду. Опять меня инк осуждает. Ничего не торгую. Сейчас, кстати, вот на этом этапе игры как раз Валетта очень хорошим будет городом-союзником для меня. Типа, Александру не нравится, что я ни с кем не воюю сейчас. Я и когда воевал, тебе не нравилось. There are three things extremely hard. Steel. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich. Так, тут мы меняем первый посол на бонус соседства от священного места. Сразу получаем 164. Ну, не так уж и много. Мне бы еще Иерусалим, конечно, тоже засоюзить. Я тоже много веры теряю из-за того, что его нету. Монтесума Лаутару объявил, лучше бы ты инку объявил. С Голландией у меня хорошие отношения. Может, Голландия... Ну, не хорошие, типа, более-менее. Не хочет ли Голландия... А, ну я с инком не воюю. Как бы инка еще затормозить? Он слишком улетает, слишком. Где он тут вообще? Хотя он почему-то не заканчивает все еще проект. Там вот и Франция запускает, и Польша запускает. Если что, у Польши снова... А, у нас, кстати, еще и Польша. 344. Охренеть, Польша. 345 культуры и 340... Вот Польша, оказывается, у нас в лидерах вообще. А я тут все на... На инка. Следующим ходом мы объявляем войну. Нет, ну не надо захватывать. О, третьего уровня просто шпион был. Не хотелось бы, чтобы его убили. О, видите, уже освободился. А, все, дальше можно не плыть, там точно не проплыть будет. Освободился проход, но... Так, ну и казаков пока... Вертолеты мы не открыли, да? Ну, надо, видимо, химию сначала открыть. Банки, канализация, биржа точнее. Давайте канализация, экономика, стандартизация, химия.
чем трех мушкетеров. Нам надо еще... Еще одного мушкетера всего лишь нам надо где-нибудь купить и все. Знаете, может, тут вот в Агре рядом. Ускорили стандартизацию. Сразу сделаю армию из мушкетеров. Так, тут все отремонтировали. Пригород не нужен. Ну, центр вещания. Так, сколько ходов? 6 ходов. Блин, я так в нормальный век выйду. Тут я все поменял, что хотел, да? Просто интересно, Польша по культуре уже в информационной эре, где-то вот здесь. По науке. Блин, аж 4 цивилизации впереди. Я, блин, с компьютеров офигею, конечно. Но они все вот в этих где-то техах. Я думаю, в спутниках просто. Они, кстати, могли по нижней ветке и не идти с другой стороны. Тут буддистские миссионеры. Норвежские. Блин... Прошлым ходом встретил Польшу, и она меня уже осуждает. То есть она вообще обо мне ничего не знает и уже осуждает. Как можно так поступать? Так, отвалилась Тинаюка. Так мне ее захватывать нечем, опять же. Блин, 3 хода. Я так могу и не успеть купить. Маурис меня требует что-то. Интересно, какая последняя цивилизация мною не встреченная. О, я лишил ее. Так, и надо одного посла добавить. Теперь я сюзерен и могу покупать. Давайте смотреть, сколько стоит. А что не работает? А, здесь уже типа не купить. То есть тут уже все затоплено и не вернуть. Жопа. Ну, 80 это вообще дешево, поэтому я просто везде покупаю. Блин, валет-то сразу надо было. За 80 веры всего лишь. И не знали бы печали вообще никакой. Архангельск весь утонул. А мне что-то можно еще спасти. Ну, блин, ну... Какая жопа. Так, тут, по-моему, не надо. Да. Кстати, мечеть тоже куплю. Монументы можно везде тоже купить. В общем-то. В общем, все здания в центре, они дешево стоят, я считаю. Чтобы не строить уже. Содержание они не требуют. Да, жалко, не успел чуть-чуть. Мне затопило. Все, все, все здания купил, да?
Очень-очень жаль. А что тут вообще утопло? Тут какой-то был район? Центр коммерции был, да? Ну, центр коммерции можно будет здесь поставить. В принципе. Давайте ремонтируем угольную шахту. Купим тут морской порт. И в очередь как раз центр коммерции сюда организуем. Просто он нужен для соседства гавани, чтобы там больше было производства. А здесь лавра утонула. Зашибись. Ну, придется сюда ставить. Нет, давайте сюда на место еды. Это мне сразу вспоминает эта знаменитая церковь, которая посреди озера стоит. Знаете, развалины этой, ну, колокольни. Так и здесь лавра затонула. Кампус, ангар. Шпиона построю. Можно, кстати, к Польше отправить шпионов будет. Пробовать у нее техи воровать. Так, а мы объявляем войну индусу. О, это уже нормально. Где-то армию накопил индус, блин. Вот оставишь его одного, он уже с армией. Так, окружаю, чтобы атака с флангов была. Все, опять нормальный век вышел. Так, чтобы в осаде был город. Могу его стрелять. Главное, уже и войскам его негде появляться. Он все появлялся вот здесь, а сейчас Архангельск-то затопило. Все.
Не, пожалуй, отложим обстрел. Мне нужен юнит сначала. Ну, не так все плохо, конечно. Новгород пострадал, и пострадал Архангельск, но это не мои не основные самые города. Так, ну вот и инженеры не понадобились. Слушайте, а Инк с Польшей как вообще между собой? Угу. Вот им бы повоевать. Польша, кстати, с Александром воюет тоже хорошо. Не знаю, насколько это их всех тормозит, конечно. Тут, наверное, космопорт будем в Питере строить. Ну, Мадурай падает. Благодаря арте он ее не может убить. Он, конечно, будет сейчас ее атаковать, но она выживет, слава богу. Зачем это вот всплывающее? Не дали посмотреть за битвой. Инк что-то от меня требует. Соль требует. Да, обстрелял арту. И мапучи меня осуждает. Но сейчас меня многие осудят за новое объявление войны индусу, я так думаю. Апгрейд имеется. Но главное стены снять. Без стен город казаками берется. Apart from the sanitation, the medicine. Подводная лодка, единицу нефти и плюс 20% производства. Хороший. Плотоводец мне нравится. Кто-то перекупил у меня валетту. Ну, сейчас уже норм. И двига. Сейчас меня это уже не особо волнует. А подано, кстати. Хорошее чудо будет. Это дополнительная карточка. Так, что тут? Пушки, пушки. Плюс один к перемещению против осадных. Ну, у него нету осадных. Мародерство, ну, мне тоже достаточно. Давайте перемещение тогда, ладно. Тут отойду. Надо армию уничтожать индусу.
Я так понимаю, караван я не могу у него разграбить. 4 хода. Ну, кстати, может еще и выйду в золотой век. Зависит от того, как я насколько быстро я буду города брать. Прям ты хоть юнит тут строй морской какой-то. Купить мне дорого его будет. Ну, мне нужно чем-то захватывать. То есть мне нужен броненосец. 645. А производство... 2 хода. Давайте, наверное, броненосец. А потом уже центр коммерции. Добрался я до тропических лесов, но тут как-то маловато. Давайте вообще дальше исследуем, что тут у француза. Ну, тут еще что-то прилично. Два денег могу украсть. 2000 денег просто. Да, так и не смог православие принести в дом американский. Верфь построена. Кампус нет. Лавра. О. Кстати. Почему и нет? Ну что, Инди, ну, Артур не должен меня убить. Сейчас она ранена будет, но... Ух ты, слон появился. Я, наверное, сейчас апну обе арты. Как раз против... И проатакую Мадурай казаками. Вот как сюда добрался апостол католицизма вообще? Каким образом? Вообще никак не, ему ей не уйду. Тут и буддизм пересекается, и протестантизм. Мы уже почистили во Франции православие. You and I come by road or rail, but economist traveler. На жителей Мумбаи сошло озарение. И они приняли мою религию, даже несмотря на войну. Так, ну слушайте, осталось 3 хода. 3 очка. Да я думаю, что выйдем. При обороне плюс 7 берем. Видите, уже меньше наносится урона казакам, благодаря тому, что стены сняты.
Все, следующим ходом Мадурай упадет. Франции. Нам во Францию, конечно, надо. С Питера как раз перестал бегать. No one would have believed. Денег больше всего к Мапуче, хотя вот в Ля-Рошель неплохо идет. Так, этого сажаем в Польшу. Ждем броненосец. Фига себе, тут варвар. У них там свой варварстан на юге. О, у меня, по-моему, с кем-то торговля завершилась. Да, гипс и соль. Кстати, вот меха и оливки. Может даже с Александром поторговать. Меха только у Александра, оливки, да. Раз с Александром и надо. А у него, так, проверим, гипс и соль есть у Александра? Гипс нету. Соли нету. Он мне еще прямо и заплатить хочет. Все, счастье вернулось. Тоннели еще даже проложены. Мне интересно посмотреть войну Франции с инком. Блин, ученый крутой. Так они между собой воюют, так вообще зашибись. Всех все устраивает там. Выносят людей.
компьютеров. А я тут бедного индуса всего лишь всю игру пилю. И они мне... Да, сильный флот у меня, да. Так, дополнительный шпион. Процентов при создании морских юнитов это мне не надо. На вашей территории уровень вражеских шпионов минус 2. Вот, кстати, криптографию можно бы и использовать. Ладно, пока так все. Вот скидка на улучшение. Ладно, давайте пока повоюем. Захватим Мадурай. Два хода и два очка осталось, да? Да, выйдем в золотой век. Ремонтировать все, что я тут разрушил. Что, дальше пойдем в Бандар Брюней брать. Уран открыть, потом проект Манхэттен, две мазутные электростанции, потом уже ракетостроение. Very simple was my explanation. Блин, я вот могу уже тематический бонус сделать, но 7 ходов надо ждать, пока можно будет переносить. Так, давайте смотреть. Из Смоленска есть, Астрахань есть, Нижний Новгород есть. Москва есть, Санкт-Петербург есть, Новгород. Отправляем из Новгорода в Дижон. Дальше. Из Тулы есть. А, из Тулы, я помню, что я почему-то не мог
Так, давайте тогда лучше из Дели. Вот этот. Апгрейды были. Фиг знает, где этого ученого использовать. Как-то мало. Мало тропиков. Так, Антиохия. Я бы Антиохии стал союзником опять. Лиссабон. Неуязвимость. А взято у меня как раз то же самое, да? Да, невозможно играть, так что пока не буду трогать. Ну, не буду отправить в Лиссабон. Рапануи, Валетта. Ну, я бы в Буэнос-Айрес сейчас опять. Плюс одного посла и там. И так далее. Кстати, сдерживание тоже неплохо. Давайте попробуем сдерживание. Да, два. Ну, по чаку так и просто стопудово другое. Давайте сдерживание. Блин, только надо поставить на плюс 4. Да ладно, морская плотина опять. А что тут затапливает? Вот эту одну клетку. Ну и хрен с ней тогда. Ну, была бы Валетта, но мне влом ради вот этой одной клетки Валетту союзить. А по-моему, с Лаутара все соседи воюют. Хотя он тут совсем не лидер. Еще и Кир меня осуждает. Америка, скифы и купы еще только в промышленной эре. Внезапно Рим прям вперед вырвался. Куда-то вот сюда уже вышел. Не говорит, что в нанотехнологии. Нет. Он даже космопорт не открывал. Неужели в роботов уже вышел? Это будет интересно, кстати. Бандар Брюне я хочу освободить. Хотя у меня пушки... Many of us take better care of our automobiles than we do of our own bodies. Get the auto and replace all parts.
Так, фермы лучше становятся, пастбище производства получают. Ну и могу юниты. Вот эти я улучшу. Да, пока нефти хватает. Совсем отчаялся уже, даже не корпуса там подводит, не армии. Так, ну мне надо 2 очка. Блин, у него, смотрите, он строит юнит в гавани, который сразу обстреливается моим военным. Я смотрю, у кого уже экспы побольше, чтобы прокачать. Просто купил клетки, чтобы он тут не строил больше ничего. Так, говоришь, перс хочешь на меня нападать? Или просто меня обвинил? На всякий случай, армию мы туда перебросим. О, опять я стал... Ну, я убрал всех. Переворот сделал в Валетте, поэтому так уж и быть купим. А, все, затопилась эта клетка. Не купим, мы уже тут плотину. Ну, канализацию не знаю, я думаю, что нафиг надо. У нас тут везде жилья немерено. Мечеть можно, да. Ну, я отправляю в первую очередь во Францию. Ну, я не понимаю, почему у меня из Тулы во Францию не бегает. Как, почему не могу из Тулы... А, вот в Монпелье. Всего лишь на 4-4, потому что Франция тут город поставила. Потому что у меня культурный союз с Францией, соответственно, я получаю... Там за звуки на улице. Получаю... Очки великих людей вход больше в каждом городе. Ну, наверное, из Архангельска, по-моему, я отправлял. У меня в Архангельске нету районов, которые на самом деле из Архангельска больше не надо отправлять. Давайте из Агры. Так. Мапучи еще круто. Но Мапучи со всеми воюет, поэтому мне как бы не страшно, что он там куда-то улетает. Но все равно к нему шпиона отправим.
Потом там Элеонора начинает у Франции отжимать города. Потихоньку. Опять у меня, что ли, торговля закончилась? Да, три черепахи. Надо кому-то втюхать черепах. Они тут у половины мира, кстати, есть. У меня нету слоновой кости. У Рима есть черепахи, у скифов есть черепахи. У Японии... У Японии нету и у Лаутару нету. Ну-ка. Нет, 26 вход, это ты загнул. А Япония? Двенадцать? Ты еще более-менее. Так, мне говорили, что выгоднее им просто единовременные деньги давать. Я вижу, что это так и есть. Например, 70. Блин, 70. 80. То есть 97, а так бы я ему 12 вход. То есть это на 240, что ли, получается. Так, и за что еще? Вот, еще трюфеля мне нужны. У норвежца есть. У китайца нету, да, черепах? Так, и надо 2 очка. Ну, в общем, 2 очка еще надо. Давайте смотреть. 2 очка эпох. Значит, великие люди. За религию я нифига не могу получить. Значит, осталось что-то использовать. Блин, неужели я все-таки не выйду? Потому что нефть я уже использовал, селитру использовал, железо давно использовал. То есть мне осталось только алюминий, и уголь я тоже использую, только алюминий. Переходы до окончательного затопления, кстати. Никакие города-государства я перекупить больше не могу. Да, похоже, в золотой век. В общем, посмотрел я таблицу у себя на сайте cif6.leshaigrait.ru, какие могу еще, за что могу очки эпохи еще получить. Ближайшее, что было бы возможно, это вот рабочим построить морской курорт. За него реально 2 очка дают. Но у меня нету престижных клеток. То есть он должен строиться на клетке с престижем... Вот с таким.
потрясающие. А тут у меня, видите, все притягивающее, притягивающее. Это вообще тут везде притягивающее, потрясающее, по-моему, только здесь, да? Да. Еще можно было, конечно, национальный парк, но в национальный парк нужно два хода. То есть одним ходом я покупаю, например, здесь натуралиста, и следующим ходом я строю национальный парк. За покупку рок-группы ничего не дадут, только рок-концерт надо проводить. Так что единственный у меня сейчас шанс, это вот во время переходовки внезапно встретить последнюю невстреченную мной нацию. Это последнее, что может быть, но... К сожалению, скорее всего, это вряд ли произойдет. Так, продуктовый рынок. Кстати, рабочего я хочу здесь вот все закончить, все эти улучшения, и потом продуктовый рынок. Но я думаю, что я все равно нормальный век выйду. Давайте скрестим пальцы. Вдруг где-то тут сейчас выйдет на меня последняя цивилизация. Шотландия, смотрите, последняя цивилизация Шотландия. Я ее не встретил. Я только вижу, что Польша осудила. Кто-то там чудеса достраивает. Шотландия объявила о дружбе с инками. Но она где-то, блин, вот тут где-то. До нее не могу добраться, и все, нормальный век, да? Эх. Ну я вот это место в Питере оставлю уже под космопорт. Это вообще здесь какие у меня самые производственные. Астрахань. Смоленск. Ну Питер само собой. В общем, в Астрахани, в Смоленске, ну и Джабалпуре можно будет космопорты построить. Тогда вот тут. Вот тут. Просто чтобы на этих клетках ничего не строить уже. А в Джабалпуре-то и негде. Что вот эту клетку я не могу от Калькутты. А, в Джабалпуре нету плоских. Хотя вот тут равнина. Вот здесь можно. Так, в Питере рынок, банк, биржу не надо, потому что уже все желтые ГГшки, хотя их сейчас у меня нету, но я Бандар-Брюней надеюсь освободить, они все влияют на
гавани, на верфи. Видимо, надо научные проекты делать, ребята. Гаси, минус какой. По деньгам сразу пошел. Да, 2000 не удалось украсть. Буэнос-Айрес там падает. Так, а что мне тут с этим рабочим делать? Я вот построил-то. Блин, мне еще шарик нужен. Могу я в Мадурае? Вот беспилотник, сколько бы... А, я могу, наверное, так беспилотник? Не могу, блин. Тут мало что можно за веру купить, видите? Так, а то, что надо... Арик и так не... Так, давайте мы в Джабалпуре беспилотник построим. Что я тогда смогу дальше стрелять? Артой, не подходя близко. Блин, он больно будет биться. Может, патну лучше пойдем захватывать. Я не могу его в осаду взять, Вандар Брюнай. Ой, ты, блин. Эта партия мне что-то тяжело вообще идет. Вертолеты далеко. Ну вот, что мне сейчас за веру покупать? Мне нечего. Натуралист нафиг нужен.
все это еще арты купить. Не понимаю, почему арта так хреново работает по стенам возрождения. Это какой-то... Они слишком крутыми сделали стены. То есть, ну это... И он погибает. Поселенец поехал. Буэнос-Айрес захватили, да. Так, там Едвига вовсю улетает внезапно. Ну как вовсю? Лунную экспедицию, дальше-то ничего не исследовано еще. Do not usually stutter. It would be very awkward if they did. See. Так, будем ускорение тырить в Польше. Срыв ракетостроения мгновенно обосновывается. Шедевра давайте попробуем. Так, здесь мы встанем против этих варваров, если они будут подходить. Так, подходим. Раз арта. Веры не хватает. Минус 20, несмотря на 14 караванов. У меня минус... Ну, я поставлю карточку, правда, там у меня карточка не стоит, типа, минус к содержанию, но тем не менее. Как-то... Вот как мне этого казака спасти...
На этом я, пожалуй, серию закончу. Я думаю, что конец прохождения уже будет следующий. Тут развязка близка. Хотя загадывать сложно. На самом деле, это кажется только, что компьютер далеко по науке. Он уже два запустил. Тут еще довольно долго играть. Мне вот не нравится, честно говоря, вот так, что тяжело захватывается индус, хотя он никакой, он просто вообще отстает по всему, где вот он. На целую эпоху позади, но у него нету нормальных юнитов, но у него сила городов все равно офигительная по какой-то причине. Да ладно, опять Пенгалу, да вы достали. Только Пенгала вернулся в Питер, его опять выгнали. Ну что это за... Так, осуждает Голландия. Спасибо, что смотрите. Я читаю ваши комментарии, как бы... С их помощью... Кое-что придумываю, что-то делаю. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!